Что? Как там еще почище? Я думаю, что даже посыпано, потому что они, наверное, понимают. Нет, вообще не почищено. Все. Дальше мы не войдем. Да, Юр, не рискуй, посмотри, что делается. Ну что, будем нести. Не надо, будем здесь. Давай, ну что делать? Там не уже не заедешь, все. Ну мы заезжали раньше. Ну мы заезжали, там сейчас они вообще не прочищены, ничего. Погружаемся. Конечно. Давайте, Надежда Ивановна. Давай я еще. Вон, бедро отломалось. Ручка отломалась. Ой. У ведра, Юра. Кошмар какой. Эти отлетели. Помпушки. Вылезаем. Финиш. Как изба, да, гляньте? Ага. Ломаную? Нет. Тогда я все туда. А ломаную с этого края поставлю. Иди, иди. А там есть это? Ноги ровно поставили. Что вы ели сегодня? Ела сегодня 3 бутерброда с сыром. Да. С маслом? И 2 кофе. Один чай писал. Чтобы за ней не доедать, самостоятельно доедать. Вы донор, и должен, в голове должно быть четкое осмысление того, что вы делаете для людей. Понятно? Даем деньги на питание. Это компенсация за питание. Это не за кровь. Кровь безвозмездно даете. Вот купите сейчас килограмм говядины и съедите в течение недели ее. Все, будьте здоровы. Кушать обязательно. На стульчике вперед. Во, во, вот так. Во. Уколю. Распускаем кулак. Кулачком можно подрабатывать. Уколю. Проходите. Все равно не поехали. 500, 600, 700, 800, 50 рублей. Все, спасибо большое. И большое. Всего вам доброго. Подожди. Тебя звать-то как? Дмитрий. Дмитрий. Значит, глубоко дышим через рот, выдыхаем через нос. Так, Дима. Дима, через рот дышим, через рот, Дим. Молодец. Хочешь, замуж потом пойду. Ты быстрее, еще два раза быстрее будешь давать. Уже поздно замуж-то врач. Уже женатый. Ну, будь вторая жена. Мне все денег не хватит детей воспитать. Какие дети? У меня уже все выросли, успокойся. А у меня двое. Так у меня двое, но уже взрослых. Они будут работать на нас, Димка. Ты и я. Да. И ипотеку за меня платить будут, да? Не, ипотеку. Надо заранее говорить про ипотеку. Господи, не. Не, Димка, извини,
замуж за тебя не пойду. Как хочешь, даже не обижайся. Оля, пусть твои дети оплатят ипотеку. Чью? Его. Не-не-не, я не могу. Не, ну что вы. Пусть уж сам уж как-нибудь. Все. А вот это, Евгеньевна, посмотри. Вот тут. Ну, она есть, только она не потоньше. Ну, вот она вот здесь есть. Работайте по кулачку. Ну, вот тут тонковатый, Оля. Тонковатый? Да. Ну, посмотри, как это делает. Ну, что делать? Зато не у всех же... Дайте мне эту руку. Ну, на распятие. Да. Почетного здания. А сколько осталось там? Так. Сколько? 12. Ну, это уже совсем не было, да. Господи, благослови. Все будет хорошо. Рабу Божию. Все нормально будет. Сарку не гори только так. Так, потерпите, уколю. Угу. Фиг, нет, спокойно. Все, Евгений, иди сюда. И как я буду интересно? Как хочешь. Оля, здесь уже мне теперь ее не нащупать. Какую руку буду щупать? Не-не, здесь нету. Да, потому что здесь мне уже никак. Она у тебя лопнула там. Да. Вика, простите нас, ради Бога. Я тебя пересаживаюсь. Да. Ну, я вообще могу принять. Ладно, давайте. Угу. Вот. Да вижу, что сейчас заблагообразно. Боялась, правда? Его сразу колоть в эту руку. Значит, правильно садилась. Значит, в эту сдавали в прошлый раз. В эту. В эту сдавали? Да, вот я с подругой сдаю, в эту. Это правда говорят, что которая кровь не идет, ее на вискос пускают? На гематоген. Что вискос-то? И китикета. И китикета гематоген. С опилками сушат, нафиг. А что цены-то на кровь не растут? А ты задай туда, выше, вот туда, наверх. Правительству там что-нибудь сделать. Нашему задай этот вопрос. Что, тихо не орите, Санкт-Петербург есть? С коричневой пробкой. И красной каемкой. Зеленую марку тогда возьми. Хоть нет, лучше Финляндия. Финляндии нету. Есть там Финляндия? Видишь, она не говорила мне про Финляндию. Нет. А Талька, как ее? Талька. Или Пять озер. А Талки-то нету? Талка. Талка. Это такой 350. Байкал? Ай, слушай, я такую не помню. Балаплохая. Вот донор, говорят, плохая. Донор знает, или с ней флажком первый раз? Мой флагман не бери, ты что, обалдела? Или это, или Пять озер. Ха-ха, всем благодарим. У вас выбор-то маленький. Так маленький, да. У вас магазин маленький. Все выпили, наверное. Можете себе представить, как государство немножко неправильно ведет себя. Вот она молодец. Все, она сегодня, сейчас вот пошла сдала, все, она уже почетный донор. Нет, документы собираются, едут в Москву. Там, когда соберутся со всей страны, подписывается. И вот это происходит в течение 4, 5, 6, страшно сказать, месяцев. Да. И она становится почетным донором с момента подписания в Москве, не с момента вот 40-го раза. И вот эти полгода государство под себя. Так что вот
у меня уже с октября месяца, я считаюсь, хочу льготами. Со льготами должна быть. И я должна уже как бы получить за 4 месяца уже. 650 рублей, да? Там, ну да, ну да, ну как говорят, мелочь, но все равно. Вот это она, та, их да, сколько по стране? Представляете, государство как? И тут надо что делать? Папать. Костя! Дыши через рот. Костя, меня слышишь, нет? Слышу. Тошнит, нет? Тогда дыши. Костя, дыши через рот. Костя. Чуть-чуть. Он это, у него в ушах звенит, наверное, он не слышит. Да, немножко позвонил. Давай, посмотри, Костенька, чуть-чуть осталось, Костя. Костенька, давай мы глубоко. Костя, ну дыши через рот, Костя. Ртом через рот, давай. Глубоко вдыхаем через рот. Костя, давай. И через нос выдыхай, Костя, через нос. Вентилируй легенький. Махай крылом, давай, мой красивый, давай. Вот у тебя замуж ты возьмет. Не-не, нельзя. Ровно. Давай, золотулька, давай. Махай крылом. Костя, там нормально. Махай крылом, козырьки, давай. Кенсентин берет гитару. Ничего, первый раз бывает. И тихим голосом. Костя, давай, дыши и рук крылом махай. Давай, раз, два. Раз, два, три, четыре. Восемнадцать литров плюс 350 умножить на 17 литров. Вроде как вот мало, получается 5, 9, 3, 2. 23 литра. 24 литра почти что. Вроде как, да, 24 литра, да, ничего, 3 ведра. Ой, мы на ведра, грубо. Еще полная почти. Сколько завтра градусов будет? Скажи, знает. А кто знает? Дает кровь донору, этим людям, ну, я вам так скажу, земной поклон. Что, ну, я, что они еще, как говорится, оказывают помощь, наверное, не тысячам, а миллионам людей, которые в этом нуждаются. В 9 утра меня забрали на операционный стол, и где-то в 8 вечера я поступил в реанимацию. То есть, представьте, целый день я был, ну, там, грубо говоря, разрезанный, да, находился. Естественно, у меня была очень большая потеря крови. То есть, те люди, которые сдавали донорскую кровь, да, не делали переливание этой крови, то есть, соответственно, без вот этих факторов, естественно, я выжить, ну, практически не мог. Любая операция, она сопряжена с риском. И врачи говорили, риск есть в любой операции. Глаз открыл, все, я на этом свете. Прекрасно. Я был уверен, что не дадут помереть бедному пенсионеру. Вот и все заканчивается, дорога хорошая. Хороший. Чтоб был кусочек, да. А где у нас кровь, слышишь? Чё? А кровь у нас где? Кто? Кровь. Под вами.
что ли? Да, да, она там сзади, там же холоднее, чем... Да вы уже продали, успокойтесь, там деньги подели в поток. Нет, я не сказала, там же холоднее сзади. Я испугалась, думаю, что ж свободно-то так? Мама родная. Нас отсюда убрали. Вы видите, что силы не равны. Сегодня мы не можем противостоять произволу круговой порукой, воровской, коррупционной. Всю эту клептократию, которая как клещ сосет кровь из нашего народа, из нашей страны, вывозит все богатства нашей Родины за рубежи, которая скупает в куршевелях недвижимость, строит самые огромные яхты в мире, которая сегодня своим освободителям, своим отцам и дедам кидает жалкую подачку и пытается за 3000 рублей. Пытается забрать последние фото. Но они боятся по правду, что здесь, а на митинге, можно прозвучать вся правда о том, что... Если дали... Я подписку вообще дали. Вот там список. Вот там вообще сюда отсюда список. Когда вот кросс пальцем. Ты вообще голову не нормально. Верно. 40-е да идут еще. Я не знаю. Нет, я не буду. А уже пустили троих человек. Про кого еще? Под кого пацаны? Давай всех пропустим. Вы должны понимать, что сегодня у нас выстроена не просто вертикаль, это коррупционная вертикаль, это бюрократическая вертикаль, это клептократическая вертикаль, в которую вписано все это чиновничество. И те люди, которые защищают, не позволяют щипать мозги, вышивать, не позволяют вышивать проституту, наркоманию. Наша зарплата сопоставима с каким-нибудь там продавцом телефона. Именно, что обидно получится в том, что мы производим как раз то, что нужно, а ничего не имеем в виду. А те, кто продают телефоны, они получают и не ходят по ночным, вечерним, и не дышат и сероводородом, чем-то еще. Что-то социально несправедливость просто. Так а что, все производство у нас, упадки, все остановлено, шахты остановлены, завод остановлен. И только вот и работают цементные заводы, завод Аэробетон, что вот эти кирпичи-то такие большие делают. Ну, обидно немножечко, что некоторые люди в нашей стране живут одним днем, назовем это так, не думают на перспективу. Американцы в этом отношении делают хитрее. Они свои нефтяные скважины, пустые нефть покупную закачивают. Они свои не выкачивают. Да. А лет через 50 они будут править миром. Потому что нефть, как вы говорите, отовсюду выкачивают. Как бы американцы прогнозируют эту ситуацию. Что во всем мире ее будет дефицит. Дыши. Сдала, что ли, да? Сдала. Вставай. Александр Михайлович, возьмите обширный мешочек и сюда постелите, чтобы ноги пробили. Спит еще. Сейчас. Постелите нам побыстрее бы, а? Давай, зайчик. Вот моя хорошая. Все хорошо? Все. Да, молодец. Все хорошо. Все нормально.
все хорошо. Не-не, пусть полежит немножко, она не в себе. Мне еще зрачки широкие. На меня. Падай. Возьмите ее, она не соответствует. Сами ее туда, Юра, протяни ее вперед. Понимаю. И вверх не дай ее. Тихо, все. Ложи, все. Сейчас снимем. Ну, порядочки, смотрим на меня. Видим? Жить будет. Видим? Все, полежи, ладно? Хорошо, полежи. Ела сегодня? Не первый раз. Ну, ждала, все, порядочки. Поняла? Полежи. Кто? Марин. Аня, снимет? Пенсия 3000, не проживешь. Ольга подрабатывает. В ноябре 2-го родится. Этому год скоро будет. Ну, и каково мне? Каково мне? У нас электроплиты, газа нету. Не насушишься. Там балкона нету. А надо не памперсы сколько уходит. В день по 4 штуки. Был бы газ, повесил, сушил. Берем. У нас газа нет. У нас все за границей. Весь газ уходит. Кушали? Ночь не спала. Ну, хочется, я же спрошу. Ну, вот она и говорит. Знаете, как же нас пропустить-то, да? Вы предупреждаете, ладно, в следующий раз, что вы с ночи. Подойдите вот к доктору, без очереди. Потому что у нас сейчас 47 литров 930 миллилитров. У меня счет тут там. Ну и что, Родина не похвалит нас, нет? Ужас какой. Ужас. Сегодня, конечно, мы не привезли ничего. Не, раньше. А вот сланцы поедем, привезем спид. Ну, еще неизвестно, что мы там сейчас привезем. Сланцев мы привезем спид. Один гепатит привезем. Ну, еще неизвестно, какие эти были. Первичные. Вот наши, да. Тут нормальные были. Ой, отстаньте, мы отсюда тоже брак привозили. Вот. Вспомните, мы брали, где парни такие были? Были, да? Где-то. Нет, такие пришли, все чистенькие, все. А там гепатит. А, гепатит. Понимаете? Похоли. Это похоли. Они, может, и сами-то не знают. Ну, а как мы туберкулезника откачивали? Скотина пришел сдавать, гад поганый. Куда они берут? Говорят, из города там куда вселяются. Мы станция переливания. А куда Петровна пошла? Кто знает? Как женщины? Пошел 40-й. Давайте я сделаю там. Кто 40-й? 40-й кто? А они ушли, а чего там? А я мужчин поселил. А женщина 44-й, где же женском туалете. Класс. А в 40-й кто пойти кто пошел? 40-й? Я уже сказала. Так, где у вас женщина? В 40-м, да? Так. Идем сюда. За здоровье ваше. И наше. Мальчики, давайте. Вам здоровья. Да, мы за вас тоже. И наше. И нам. Максим, давай. Без бордюра. Саша, ну что, давай. Писал. Да нормально получилось. Мы все светло. Хорошо. Чтобы у вас кровище легко текло. Да, мы 5 ведер возьмем. Течет. 5 ведер. А вы на вампиров похожи, говорят. Ну это домашний яблочный сок. Похож на вампиров. Ну кровососы какие-то. Я, например, до сих
придерживаться этого мнения. Что вы не существуете? Так. Мама у вас. Скажите, пожалуйста, почему мы завтра так поздно выезжаем? 7:30 Хорошо, мы должны все расставить. Я должна развернуть операционную. Мы все время уезжали 7:15 7:15 7:15 пожалуйста. Это наша Чего вторая там? Звезда. Это не звезда, это мать всех матерей. Это королева. Мать Тереза. Мать Тереза. Нет, не Тереза. Нет, как у пчел, да? Да, мат хорошая. Это матка, да. Мат хорошая. Вы просто смотрели это движение. Да. Оп, Тереза движение. Заметили? Да, последний раз. Повторяй последний раз медленно. Как я даже не люблю. Хорош, да, нет. От мамы у меня сын говорит, мама, ну какие булочки? Я говорю, а что, тут еще... Спокойно. Ну, конечно, Макс. Это уже... Ну что там с креативом? Сереж, Ладно. Ольга? Снимаю. Я не знаю, какие я открыто проверю. Нет. Учти. Дурно будет потом. Мама. Мама? Королева. Королева. Без меня никуда. Это не серьезно, Фил. Ты понимаешь? А в бокал тебе наливают как? Я ювелир. Ты не прав. 10 раз Ты им отдал большую половину, чем оставил нам. Вот это по-христиански. Думаешь? Да. Ты Бога веришь? Нет. Да какого по-христиански-то? Они говорят. Знаешь, меня... Вот поведись с мужиками, блядь, отдаст последнее пиво. Я говорю, что пойду сам, нет? Ну что, ты зажился-то? Пойдем там, потащим. Я под... Чем еще пойдем? Короче, идем за пивом. Ты понимаешь, вот, например, мы едем в деревню брать кровь. Приезжай мне такую деревню Рабитицы. Там такие тетки, без вен. Я не могу ей попасть в вену. Не могу попасть в вену. Я начинаю дергаться. Если я не попала в вену, с меня такая кондрашка берет. Это просто у меня с собой кроволол. Нет, я профессионал, не вопрос. Я в любую вену попаду. Но если я первый раз приехала на объект, да, вот первый раз, например, приехала, я вен не знаю, и доноров не знаю, я не могу уколоть сразу. Это действительно, вот это чисто по жизни, по работе. Ой, зачем я тебе все это говорю? Это все наболевшее. Это наболевшее о том, что мне эта работа...
Удивление. Блин, а ты что кинул? Не знаю. Давайте на одно и ждем. На 30 человек. Жалоб нет. Алкоголь не употребляли. Ну, давайте проверим. Ни со смены нет. Где вы работаете? Да я участник работаю. Участника. Что-то у вас тут много участников. Все участники. Тут работа не моя. Да? А что с шахтами? Шахты стоят? Да? Зажми, пожалуйста, кулак. Аккуратнее. Аккуратнее. Ну ничего страшного, инфицированные раны мы не берем. Нельзя. Надо, чтобы все освободилось. Уже чистенько. Ну, чистенько. Тогда это выкиньте это все барахло. Придите домой, зеленкой замажете и больше не будете заматывать, потому что она должна подсушиться. Хорошо? Руку будете эту подавать. Спали хорошо? Не со смены, нет? Не с работы? Нет. А где вы работаете? Нигде. Как это нигде? А на что вы живете? Халтурим. Халтурим это где? А где придется? А что вы делаете? Руки. И варю. А? И другую. Так что, работы нет, что ли? Пока не устроилась. Подлетите сюда, лучше не смотреть. Все, мой золотой, распускаем кулачок. Кулачком можно подрабатывать. Зажал, распустил. Зажал, распустил. Надежда Александровна, вопросик. Донор по контакту с HBS-антиген. Снимала квартиру, там, где снимала квартиру у нее, по тому контакту, по тому адресу. Сейчас она проживает на другому адресу. Угу. Ну и что вы делать-то с ними? Это лечь, что ли? Да. Да. Угу. Нет. Я ей справочку принесла, что я здорова, нигде не числюсь, ни по каким болячкам. Снимем тогда. Ну, вы понимаете, вы не числитесь по прописке. А вам надо справочку по спортивной. По спортивной? По спортивной или по тому адресу, где вы проживаете. Понимаете? Вы проживаете в каком-то помещении. В этом помещении есть какой-то источник инфекции. Вы являетесь контактом. Вот вам надо справочку с такого помещения, в котором вы проживаете, а не в котором не по прописке, понимаете? Потому что по прописке, ну никак не можем, к сожалению. Получается, я зря бегала со справкой. Ну да, получается, да. Дохнула как следует. Дышим глубоко. Еще глубоко дышим. Садиться наоборот. Руки туда. Давай. Не туда, по доске. Руки кидай туда, кидай руки. Опускайся, не сопротивляйся. Еще голову туда вниз. Не смотрим на меня. Еще. Я маленький не сдох, а ведь мог. Дайте нам стульчик какой-нибудь. А где вот этот стул? Тащи. А, там Олюшка сидит. Пошли не со мной. Не надо мне гадить кресело. Пойдем. Пошли со мной. Сюда пойдем. О, Юра, она сейчас завалится у меня нафиг. А ну-ка, мальчики, быстренько сюда. Улетай. Ой, ёханый бабай. Села. Садимся.
Давай, ложись. Да подожди, она валится. Я держу ее. Наоборот, не так расстелить. Ложимся туда. Глент сопротивляется как. Да ёханы. Да что не надо? Перестаньте сейчас же. Ну. Зачем вы ее брали вообще? Вообще не брали. Что не видно, что у тебя положить? Ложись. Ёханый бомбай, ложись. Ложись, говорю. Да ну не лежит она. Ты все-таки вообще. Глянь, так легла быстренько. Ложись и лежи. На спину ляжь. Силище какое! Господи, вот лежи, все, все, замерло. Вы сюда для чего пришли? Ну, да у меня все в порядке, я специально. Я верю. Я проверялся на все. На все. Абсолютно. Я верю. Да, ну что, ради бога, вы что? Ну как мы можем без... Что, за зря, что ли? Ну, у меня все в порядке. Ничего не можем делать без паспорта, без нейрографии. Мы не можем принять вашу кровь. Я везу сейчас спич. Все равно потом проверяете. Ничего не... Нет, нет, все равно не получится. Пожалуйста, что же не зря пришло? Пожалуйста, я не Господь Бог. Два месяца ждать. Вы для чего пришли? Ну, чтобы будет помочь, Господи. Давай до следующего раза, до декабря, обязательно. Ну, не могу. Ну хоть сколько-нибудь, я совсем без денег остался. Хоть сколько-нибудь, ну хоть половину, бокс. Нет, идите домой, отдыхайте. Ну мне очень деньги, ну правда. Ну такая ситуация. Это мать похоронила, все, ну все, нищий остался. Хоть на колени встал. Мне делать больше нечего. Ничего сейчас, никуда, нигде, ничто не сделать. Воровать же не поешь. А группами нормально, если мне было всегда, никто ничего слова не говорил. Никак не можем. Взяли хоть бы за полцарки хотя бы. Я уж согласен. Ой, мама моя, ну, как раз, все первый раз. Все, идите отсюда. Не говорите мне о деньгах вообще. Ну? Все, больше можете не приходить, раз за деньги пришли. Все. Все, я вас запомню. 200, 300, 450 рублей. Болезней нет никаких, нет, хронических. Никаких. Органы на месте, все. Ну, давайте попробуем, я вас посмотрю еще. Шестерочку снимем? Да. Пока нет.
Почему я все уменьшилась? Надо, Света, надо. Гадость, я смотрю. Мы девочки. Я помела мужика. Смешное, что я помела мужика, в моей жизни ничего не изменилось. Вообще ничего. Вообще, я пипец. Я поменяла парикмахера, и я посмотрю, что в моей жизни поменяется. Просто пипец. Это край. Потому что... Я не хочу ее слушать. Когда, Света, пипец, я ждать, ты веришь? Я хочу нормальный мужик, как у тебя. Вот чтобы был вот старше, он старше тебя или младше? Борь. Он на 3 месяца старше. Да, он ее старше. Я хочу, чтобы был старше меня, и чтобы был он упертее, чем я. Потому что если мужик будет старше, чем я, ты знаешь, я тебе хочу сказать. Как найти половину? Как найти? Мне нужен мужик. Да, а я по характеру очень вспыльчивая. И мне нужно, чтобы мужик меня подавлял, согласна? Оля, собирай вещи. А ты давай мне что-то сказала. Луна, луна. Конечно, донорская кровь мне помогла. Без этого. Если бы этого не было, будем говорить так, я был бы уже мертвый. Вот. Если бы мне не перелили кровь, да, я бы умерла. И я потеряла очень большое количество крови. Ну, в человеке, в женщине где-то около 4,5 литров, да, я потеряла половину.
То есть как бы с 2 литрами я не думаю, что мой организм бы справился. Главное, что мне это дало, это ощущение того, что я вообще могу почувствовать любого человека. В этом нет ничего страшного. Любого человека можно принять. Мы очень близки и похожи. Ну вот представьте, мне кажется, вот на Земле вот человечество, это вот человек один, это клетка такого большого организма, человечества, да? И вот у нас во всех нас течет кровь, да, такое что-то вот одно такое. Ну, там отличается действительно группа крови, там, я не знаю, резус-фактор. И почему бы, если, предположим, там у кого-то недостаток, а кто-то может помочь, почему бы не помочь? И не поделиться этим. Ну, я говорю, что я бы, конечно, я бы, если бы у меня была физическая возможность такая, я бы каждый бы, вот сколько можно бы ее сдавать, я бы обязательно сдавала кровь. То, что я могу отдать людям, поделиться. Потому что, ну, мы одно целое. Одно. На улице, в машине. Дай кофе. Быстро одевайся. Кофе дай. Одевайся, говорю, дай кофе, я попью. Будешь пить кофе, одевайся давай. Собирайся, все, давай. Ты будешь со мной. У вас начальник жесткий. Жесткий? А, я согласна. Все, ай, ботинки. А, где? Кстати, Да. Это что? Я не брала пробирки здесь. Слушай, она уникалась, бедная. Я уже сказала, и фото на Федота, с Якова на Якова. Еще раз, 2 раза. Кота меня ты погодишь. Боюсь тебя, я не услышу. Так, все. Не шевелимся. Время-то уже. Да я не могу. Дайте кто-нибудь воды или что-нибудь еще. Давай, снимай. Ой, достань. Тихо, давай научим. Танька. Я напугала. Да я напугала сама. Селедка есть? Есть. Давай. Достала селедку. Хорошо, что много взял. Селедка. Она вышла до ребенка рожала, нашел доктор после родов и сказал, что ты этих людей не знаешь, но они тебе помогли. И вот с тех пор, как родила ребенка, регулярно даю кровь. Тоже, может, кому-то поможет. Мне не жалко, а кому-то поможет.
Плюс похудею за раз на 500 грамм. Сразу же, о! Куда? Нет, 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 я мужчину колю. Нет, я мужчину колю. А почему ты не мужчина? Давай, иди, пошли. Вообще я урод. Тупой урод. Это самые хорошие операционные сестры вообще. Ура!